Фильм о почтальоне из Архангельской области Андрея Кончаловского взял приз на Венецианском фестивале. «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына снимали в деревне Вершинино Плесецкого района, в городе Мирном и на космодроме Плесецк. Главным героем стал реальный почтальон Алексей Тряпицын. Он каждое утро смотрит модный приговор. Его соседи по деревне беспокоят лишь кикиморы и лешие, населившие местный лес. А так здесь все стабильно и не менялось десятилетиями. Режиссер признался, он просто наблюдал за жизнью и людьми, а сценарий уже сложился во время монтажа. Первое время вот эти камеры, очень жутко, непривычно. Сразу видно, что ты играешь на камере или смотришь, а по лицу видно. Вот это надо было как-то все это из головы выбросить, все это, как будто их ни группы, ни камеры нет. Несмотря на обрушившуюся славу, почтальон актерскую карьеру продолжать не намерен. В «Белых ночах» почтальона Тряпицына немало ненормативной лексики. Кончаловского запреты не пугают. Он говорит, не выпустят в прокат, выложу в интернет.